Ну что, друзья, всем привет. Сейчас, короче, будем вот такие вот елочки валить сухостойные. Все как положено. Направленная валка. Один минус то, что, блин, они, возможно, будут зависать. Но ничего не поделать. Короче, вот сюда нужно мимо этой березки бахнуть. Взял сегодня 450, потому что, по сути, ну, блин, в принципе, ее сегодня здесь хватит. Здесь не сильно такой толстый лес, там вот следующие некоторые, да, будут уже потолще. Там возьмем 365, ну а на сегодня, я думаю, хватит 450. Пилка прогрелась. Клин сразу достать. Все, начинаем работать. Все как положено, недопильчик, красота, и упала куда нужно. Ах.
блин, каска без наушников. И поэтому ее сбивает ветками. Пацаны, немного не учел этот момент. Все. Печаль, беда. Косикнул, однако. И ключ, блять, в машине. Че я ключ не взял? Хер его знает. Что, идти в машину? Мне кажется, нужно немного еще оборотов в ней добавить. Все.
все херня. Главное, чтобы шина не погнулась. Но шина, по-моему, не погнулась. Ну, один хер. Надо идти в машину. Что-то я, блин, тупанул и не взял все с собой. Ладно, сейчас, короче, порядок наведем и пойдем в машину.